Одесса, 5 июля. У нас сегодня спокойно, очень тепло, даже я бы сказал, жарко. Была воздушная тревога ночью, и вот недавно еще одна была. Вроде никаких прилетов нету. Уже под вечер появилась информация, что во время утренней воздушной тревоги силы ПВО Украины сбили над морем три ракеты класса Х-59, которые направлялись в сторону портов Очакова и Черноморска. Маршрутки подорожали до 15 гривен за поездку. Топливо на многих заправках появилось, то есть стало его больше, очередей практически незаметно. Газ начал дешеветь, газ уже на некоторых заправках 37 гривен за литр. Это у нас вечерний проспект Небесной Сотни. Как видите, трафик не особо оживленный, в отличие от мирного времени. А многие одесситы такие экономят на топливе, ну а многие куда-нибудь уехали, ну или ушли воевать с орками. В целом Одесса не расслабляется, работает на победу, волонтерит, а оркам следует не забывать, что кто Одессу маму тронет, того мама похоронит. Сегодня многие одесские паблики мусолили новость о запрете выезда с постоянного места проживания лиц призывного возраста. Я бы все-таки дождался официального разъяснения этой всей ситуации и четкого понимания правил. Кому можно, куда можно, когда можно и как можно. Одесса – это Украина, и никакого русского мира тут не будет никогда.